Всем привет, меня зовут Макс Брандт, это новое видео на канале Max Makes Video. Многие из вас хотят меня что-то спросить, и не дождавшись ответа, потому что всем ответить я не могу, чисто физически спрашивают у Яндекса и у Гугла про меня какие-то вопросы, может быть, интересные факты, может быть, неинтересные. Сейчас мы посмотрим, что же вы, дорогие друзья, ищете на этих самых ресурсах, в этих самых поисковиках. Итак, вводим Макс Брандт, во-первых, кто это? Потому что, естественно, многие не знают, кто такой Макс Брандт. Брандт. Что же нам сразу выдает? И Костя Павлов, Википедия, настоящая фамилия, и Костя Павлов нубы, слабо, вызов, и Костя Павлов с Машкой, между прочим. Научные нубы видео. Поэтому идем мы дальше. Кто это? Настоящая фамилия. В общем, все нормально. И вводим первые буквы. На И никто. С. Макс Брандт цена. Интересный запрос. Вот я не буду переходить. Потом, если вы будете это перепроверять, можете зайти и узнать цену Макса Брандта. У учебник истории. Мало кто знает, что я написал учебник истории. К. Кто это? Костя Павлов, Макс Брандт. Смотреть Костя Павлов. Смотреть. Слабо, пятый сезон. Слабо, подвешивание. Вот некоторые что ищут. Е. Ест лимон, еврей. Половина из этого неправда. Я ел лимон, если что. Так. Настоящая фамилия, не твоя, это когда так, не твоя. На дом 2, настоящее имя на ТНТ. Уже интересно, да? То есть на ТНТ, дом 2, год рождения, главная сцена, где живет? Потом посмотрите, там все наверняка сказано. Ше, ничего. Ше, это хорошо, что ничего. Ще, ничего. Зе, зеленка. Смотреть Макс Брандт в зоопарке. Вот это лол. Ну, не в смысле тот, а в смысле нормальный. Итак, мягкий, твердый, ничего. Ф. Фото, FIFA, фильмография, FIFA 15, фанфики, фамилия. Ребята, кто пишет либо читает фанфики, вы больные. Вот серьезно. На и ничего нам. И Википедия, ВКонтакте, вызов одноклассников, ВК, видео в детстве, возраст, видеоблогер, в камеди, клаб. А? А. П. Поджег волосы, прыгает, прическа, песня. А? Вот так вот сразу на П 4 интересных запроса. Я не буду смотреть, потому что половину этого я знаю, песню я... Не могу знать. Рост, рисунки. Рэп? Рэп. Резервуар. Мне интересно, что по запросу резервуар выйдет или рост вес. Так, ожог. Одноклассники. Смотреть онлайн. В зоопарке. Ребят, напишите просто в зоопарке. Может, какой-то... Скорее всего, это было полтора года назад. Видео из Греции. Я был в зоопарке, но это прямо ищут конкретно. Лурк. Личная жизнь. Девушка, дата рождения, делает тату. Слушайте, мне самому становится интересно, что выводят эти запросы. Ж, женат. Не вопрос, это Макс Брандт женат. Все, работаем. Э, это я. Макс Брандт, я слышал. Приятно, что обо мне говорят. Че, ничего. С, сколько лет? Слабо, 100 к одному. Сколько ему лет? 100 к одному. Слабо видео. Саня. Это, помните, мем из видео, где мы снимали около гимназии на Петроградке. Саня! Это вот этот кадр как раз-таки в заставке вызова есть. Макс Брандт с брейном. То есть я пинки, по-вашему, да? Ладно. Майнкрафт Макс Брандт маленький. Ой, ребят, смешно. И Костя Павлов. Это все понятно. Ты кидал. Это из вызова, где мы пытались в звукописывающей студии одновременно писать и петь другую песню. Мягкий без знак ничего. Б. Без бороды. Блогер. Биография. Ю. Ютуб. Макс Брандт врач. Вот. Это приятно, что я еще и врач в ваших умах. Висит на крючком. Висит на крючком. Прекрасно. Ладно, в общем, в Яндексе все, я думаю, стоит переходить в Google. Окей, Google, перешли в тебя, и что ты знаешь про Макса Брандта? Ну, в общем, просто по запросу картинки верные и все мои важные соцсети. Давайте ВК, Костя Павлов вызов, рост Инстаграм. Вот тут Инстаграм прямо ищет. На И ничего, на С нет цены, то есть только в Яндексе цену ищет. У ничего, К, кто это? Канал Костя Павлов. Е ничего. Н. На Comedy Club, значит, фамилия Недовлог. Вспомнили, когда этот канал, на котором вы смотрите видео, назывался Недовлог. Вот где живет? Ше. Ще. Фото фанфики. Я про фанфики уже сказал. Вскрытие. Макс Брандт вскрытие. М? Макс Брандт асфальт. Эх, старые добрые времена. Ностальгия. П. Ничего. Рост рэп. Отчество. Макс Брандт 148. ДСЕ отзывы. Лурк. Дата рождения. А вот ВКонтакте не посмотреть, там же дата рождения хорошая, честная. Сколько лет? Костя Павлов и Макс Брандт слэш. Ребята, вы меня пугаете. Макс Брандт играет. Вот это
на другом канале немного. Твиттер, вот тут Твиттер ищет. Ну, в общем, Google как-то меня расстроил, потому что в Яндексе довольно веселенькие бывают запросы, в Гугле как-то с этим делом поменьше. Вот такое вот видео, спасибо за просмотр, и, собственно, все, это видео закончилось, жду вас на этом канале и на канале Бранд Играет, и на всех моих аккаунтах, там будет разнообразие, веселье, и прямо ух, как интересно. Пока.